Хей-оу, ребята, с вами Фибоначчи, и мы продолжаем прохождение Dicey Dungeons. Так-с, пора за робота играть в следующий режим. И это у нас... Ты выбираешь, ты проиграешь. Нет отсчета ЦП. Создавай любой нужный кубик. Каждый раз оснащение может исчезнуть шансом 50%. То есть вечная порча... Нет отчета, и я могу любой кубик создавать, который надо. Ну, бред. Выдай единицу. Выдай ноль. Что в итоге? Горести и боль. Чё ты сейчас, мать, вякнула? Пулькомет. Сейчас меня жаба и убьет прям сразу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть могу, да? А, 50% бросков ошибочные. Вот этих? А чё это она пропала? Я даже не это. Ну я понял. Когда я получаю кубик с шансом 50%, она может одну из этих сломать. То есть надо, чем больше у меня будет карт, тем будет лучше. Ну не очень тебе повезло. И щит тебе твой не поможет. Плохо. Пока шанс 50% срабатывает со 100% уверенностью. Вот эту никогда не собрать вообще. Взял, ту убрал. Козел нет. Да, тут многоразовые нужны. О, не сломал. Сломал. Козел. Чет. Есть у него и чет, и это есть. Повторить. А, он не стал, да? Да ну зачем? Ну нафига ты опять эту-то сломал? Дичь тупая. Все сломал. А, вот и чет. Получил? Еще два броска. Бросить еще два кубика. Блин, там пять надо. Да это я задолбаюсь, конечно. Перевернуть кубик вверх ногами. Удвоить значение кубика. Да тут чем больше, тем лучше. Давай. Надо, чтобы все шесть были забиты. А тут что, даже без оснащения? Ну это как-то тупо, как по мне. Это как-то нечестно, как по мне. Предел терпения. Глянем, что это такое. Это он создал без всяких этих, да? О. Ту удалил. Но она, по идее, на следующий ход-то должна остаться. Все, все поудалял, падла. Мне нужны одни атаки, мне больше ничего не надо. Наверное. Мороз. Два мороза там. Ну, может, накоплю? Ну да, она вон остается. Не, мы ее соберем, но как скоро это будет, непонятно. Тут он ее удалил. И эту удалил. Прекрасно. Да блин, зря я так делаю. Надо было сначала закинуть. Как лошар сыграл. Увернуться от следующей атаки. Слушай, тут и так атак немного. А ты еще и уворачиваться собрался. Вот эту оставляем. Не будем ее сейчас использовать. Придется так. И она пропала. Ну и хорошо. На. На толку.
теперь толку нету. Да, нужны одни атаки. Пять. И вся. Плюс один кубик. Вот и все. Ты доигрался. Понял? Бородатый кретин. Смотри. А? Хорош? Хорош. Надо покупать. Просто 4 любых кубиков для активации. О, щит. И то бы пригодилось, но денег нет. А это большая, большие не нужны. Большая пропадет и до свидания. Хоть она и хорошая. Шестерку выкидывай и сразу бей, да? Но большие не нужны. Зефирчик. Будет поджигать. Предел, давай. О, как приятно ты выбросил-то. Прям вот, знаешь, вообще кайф. Да я даже не знаю, куда тебя вот приспособить. Пять. Пропало. Пропало. Держись. Пропало. Чет, не чет, только за... А, и то, и другое. И вдарит, и заморозит. Так, это мороз. Ожог. Ожог на следующий? Блин. Да блин! Ай, какое дерьмо-то опять. И то, и другое ему пришло. Четверки. А, максимум 3. Да, пропала. 10. Да толку я не размотаю его сейчас. Нечетный. 5. Там чё, мороз? Ну, взял, 2 убрал. 2 атаки взял, убрал. А разматывать я чем должен? Все. Это все, хана. Так, в общем, попробуем снова. Дошел до второго этажа, только теперь у нас за место... За место, где надо 20 набирать, мне пришло вот это. Целебный кристалл. Лучше была бы та. Там хоть 10 урона можно было бить. Тут вообще сейчас бить нечем. Дубль кубик, он всегда на втором левеле, походу, дается. Этот отравлять будет, давай. Лучше, чем поджигать. Отлично. То говно пропало. 4, 3. Пока держимся, все. Надо было закинуть, опять я неправильно все делаю. Слепота. Но я-то прекрасно буду знать, что там будет за кубик. Лечение всегда в первую очередь пропадает. Это была не пятерка. Это была тройка. Тогда я нифига не буду знать. Блин, сейчас еще 6 урона. 4. И опять слепота. Смотрите, тварь какая, а? Еще и блок. Написано одному кубику. 4 получилось.
Здоровье можно восстановить. Все, пропал. Сейчас еще урон. Задолбали! Ты всегда отравляла. Че ты, блин, урон наносишь? Или ты никогда не отравляла? Так. Два. Пока. Скотина тупая. Не, лечение, может, это и хорошо. Так. Ну, ты меня убил? Не помню. А вот купил бы я тогда этот. Три урона, три раза заход. Вот такие нужны. Многоразовые, несколько раз заход. Но здесь минимум, минимум три. То есть три, четыре, пять. И он будет по три урона наносить. Также есть щиты. Любой нечетный, три щита. И если его улучшить, то сюда вообще любую закидывай, и будет три щита. В принципе, хорошая тема. Давай щиты. Потому что тот минимум 3-то его может и менять надо будет. Единственное, если его улучшить опять, что там было бы. Вот. Ну и начинаем. 5. Здоровье забрал. Но 5 урона я нафигачил. 6. 3. Ту забрал. Но это не чёт, это 3 щита. И все, больше тут ловить нефиг. Чет, ничет ему пришел. Мороз. Ничего, ничего, нормально. Переживем. Лови. Ну вот я как прям знал. Три здоровья надо выбивать. И чет, и ничет, плохо. И обе высокие. И ожог, и мороз. Но тут сейчас будет этот. Мороз. Переожог. И не здесь. Да не надо, пусть он пропадет. Но он не пропал. Дай толку. И вот опять бить нечем. Так, ничего, 5. Да как он больно лупит-то, а? Мы же даже вообще ни разу не на равных. Он в разы сильней. Закидывай сюда. Все, пропало. Сейчас еще грибу. 6-3 обоими. У него просто офигительные карты. Коих у меня нету. Нужно 5. 5 попался горящий, но надо бить. А больше бить нечем. Один щит. Четные пришли только, значит это ожог. Ну тебя нафиг, ты же меня убьешь, блин. Ну как бы можно попробовать. Во. Давай, чтобы по щитам ударил. Можно было бы еще попробовать вылечиться. Но это будет уже очень опасно. Да? Вылечился, ладно, все. Не восприимчив к ошибкам. То есть не сгорит. При активации нанести 2х урона. Какой активации? То есть если он доживет до своего этого, ну это надо 4 кубика, и чтобы вот это не выкинулось. Невосприимчивый берем. Ну вот, 6. Менять целебный...
дубль кубик и все. И туда какой-нибудь урон повыше, да побольше. Это я сейчас уровень набрал, да? Стойкость к шоку. Так, ну тебя нафиг. Давай, 6. 6 можно и сюда. 5. Да все, мне только вот вдарить. Если бы она еще несколько раз можно было. Один, три. Пришло ему как надо. Две слабости. Ну, ё-моё. Максимум 3 и щит 5. Ты чем, без щитов останемся? Пропало. Все. О, только двойкой вдарит. Это одна слабость только будет. Ну, поехали. А, иммунитет. Прикольно. Прикольно такую штуку иметь. Можно как-то их расплодить. Да и все, я его убил. Можно сейчас вылечить два здоровья, которых мне не хватает. То есть она бывает и попадает вот в эту. И тогда ничего не пропадает. Вот это кайф. Ну и мне не нужна эта. И денег я не собрал. Движемся дальше. Я вообще не знаю, кто ты такой. Как хорошо, что я эту штуку-то взял. Пойдем на рукастого мастера. Там вон наковальня. Ты урод, понял? Иммунитет. Так. 5. Да все, только 6. Больше делать нечего. Ну шестерка не при... совместить. Понятно, шестерка пришла. Урод. Ну, не... ну и пофиг, пропало и пропало. И та пропала, все. Еще 3 урона. Так, плохо. Ай! Сволочь. Вот когда они два остались, уже можно нормально бить. Я его убил. Потому что тут как бы... больше шансов, что попадет на вот эту, на бессмертную карту. Порча. Что мы с ней можем сделать? Плюс 2 урона. Вроде и неплохо. Но вот это тоже было бы неплохо. 4 было. 4 щита за нечет. Целебный кристалл максимум 4. Яд уменьшается на 1. Мне что-то ничего не нравится. Вот это только нравится. Ее и делаем. Теперь ты. Козел. Липкие ручки какие-то. Получает первый ход. Убегай. И что это значит?
Я убегу, и он убежит. Украсть одно золото, я понял. Он убежит с моим золотом, Но я вряд ли его догоню. Он даже же не бьет. Он не бьет. Один раз за бой. То есть ему только раз украсть, его надо успеть убить. Но пока неплохо. Но он пока еще ничего не украл. Но это, кстати, изи, пацан. Все, я его убил. Давай, 3 здоровья восстанови. Это сейчас был уровень? Нужно один. 5 урона, 1 шок. Что лучше, шок или ожог? Ожог урон наносит. Шок не всегда будет полезен. Когда у врагов есть выбор между чем-то, чем вдарить. А ожог будет полезен, возможно, всегда. Я просто вспоминаю, какие враги могут попадаться, какие боссы. Давай, ожог. Это хорошая карта. И это мы меняем на дубль кубик. 5-1. Сначала выбиваем 1, потом 5. Потом все остальное. Но теперь сюда нужна тройка. Либо улучшать его. А улучшать также ничего-то и останется. Что один сюда, три сюда, ну и сюда три надо. Там можно два. Два хп лечить. Пожарик, скотина. Слабостью ко льду. Сначала начинаем с 5. Бьем. Один улетел. Теперь начинаем с 1. Она сразу пропала, значит щит. Ну да, о чем я? Как будто я так сейчас думал, как будто мне, блин, удастся сделать тут все. О, в эту выпало. Ага. Ну это вернуть 3 здоровья вообще нет. Ну может оно же не потратит. Тварь. Давай, жарь меня, жарь. Оу. Ты что-то ты как-то больно пожарил-то, блин. Нормально пожарить не мог? Ну что, используем. Левел набрал. 3-3. Здоровье вернуть. Ну и лишняя троечка остается. 1. А, он горит. Но это в щиты. Это как бы нормально. Не убил. Там ожог. Ожог ему, кстати, один урон нанесет, но он другими вдарит. Он четверкой вдарит и все. Нужно 3. А она горящая. Тогда нужно 1. Вот теперь можно. Держи, тварь! Тварь! Жри. Хавай. Чё есть? Наковальня есть? Нет. Ничет. То есть опять 5-3-1. Но ты здоровье убираешь? Запасная. Четверка. И что это? Что значит запасная четверка? Во, вот это хорошая, только максимум 5, но она большая.
сейчас, наверное, мне уже ничего не надо. Здоровье убрать, хилочку. Но где-то оно полезно, где-то бесполезно. Хилочку убрать, поставить вот эту, да? И троечкой сюда бить. Или пятерочкой, чем угодно сюда бить. Давай, пригодишься. И здоровье мы пока убираем. Вот, 4, 5 атак и щит. Вот так примерно и надо. И... ну ты мне сейчас единички будешь выдавать. Но ничего страшного, мне есть чем тебе ответить. А ты третий уровень, и ты супер какой-то. Начнем. Ожог сразу ушел. А чё, мороз, чтобы ему единица выпала, чтобы он мне мороз двум сделал? Вот кому-кому, ему мороз не надо делать, ему вон шестерку всегда. Пропало. Он бы и так сделал. Понятно. Он супер, потому что два кубика у него. Ну, теперь у меня два мороза. Без разницы, что мы возьмем. Щиты ушли. Держи ожог. И сейчас еще одна единица будет. Но мне есть куда ее присобачить. Держи. Теперь нужен хороший нечет, да? И 5, и 3. Ага. 5, и ты труп. Все. Да, вот здоровья чуть-чуть не хватает, конечно. Можно было бы иногда лечить. Но... нет, есть яблоки на это. Кристаллина. Это сильный враг. Посмотрим, что тут нам предложат. Вот эту поменять на бычий удар, который большой, чет и два раза заход. Хороший, но он большой. А улучшать где-то там его... и чет на четных у меня вообще нифига нету. Четверки бы какие-нибудь сюда закидывать. Как-то же можно было посмотреть улучшенный вариант его. Но, наверное, не здесь. Это в магазине. Иди сюда. 48 здоровья. Просто жесть! На. Ну я лучше сюда, четверку вон туда. Сейчас начнут уже пропадать. Ага, хорошо получилось. Отлично, отлично получилось. Пол хп сломали. Открыл. Нечет, 5 урона. Он как, блин, как знал. И мороз, да? Ничего страшного. Хорошо, в этот сработал. Держи ожог. Щит. Пропало. Ну и все. Ожог тебе трогать нельзя, или ты сдохнешь. И одни единички. Один урон. Нормас. В принципе, нормас. А этого снеговика убиваем и левел. И мне тогда и яблочки не особо нужны. Если у врага выпало и блок этому кубику. Вот тут, кстати, это будет достаточно легко им пользоваться, да? Мы смотрим, какие у врага кубики. Но это если брать, то только за место щита. Вернее, смотрим, что ему там надо. Надо шестерку. Надо единичку, четы. То есть это все можно вот даже, кстати, за место пулькомета. Пофиг, я им пользуюсь, но вроде как урона пока хватает. Вот мы смотрим, что ему надо.
блок этому кубику. У меня есть мороз, да? Во-первых, я могу заблочить у него единички. Нечетные. Или пятерки, чтобы он сильно не бил. Но если я ему мороз сейчас сделаю... Но единичку... Это надо тогда туда, но не поджигать его. А у него, скорее всего, слабость к огню. Поэтому поджигать его надо. Ну, она взяла и пропала сразу. Значит, ничего мы не сделаем ему. И щит пропал. Это, кстати, ужасно. Но зато я его отделал по самой небалуй. Вот, единички сейчас бы у него улетели. И он бы вдарил только тройкой. Но теперь-то у меня полно единичек будет, так же, как и у тебя, брат. Либо я тебя вон сейчас с этой добиваю. Либо я тебя так добиваю. Конечно, я тебя просто добиваю. О чем вообще речь? На. Повторить следующую атаку. Нанести один. Добавлять за каждый бросок. Ага. Печеньку возьму. Но ставить не буду, она не нужна. Наковальня, да, к наковальне пошли. На пятый, она сложная. Сложная, сильная, изнасилует сразу. И я только-только левел набрал, да? Да. Ну а что делать, ее все равно бить. Делать-то нечего больше. Есть вот. Еще два броска. Предел терпения. Минимум 3. То есть надо 3, 4, 5, 6. А тут один. Чтобы он меня не блокировал, можно заблокировать у него единички. Потому что он будет бить, наносить урон и уменьшать. Но это опять тогда не бить его огнем. Вот так. Нечестно, все получается. А двойку ты куда мне приспособить? Вот двойку вообще некуда. Я говорю, четные мне прям вообще как эти. Так нафиг не нужны. Четверка. А, она заморозилась, стала единичкой, все. Никаких мне блоков. Он мне даже щит не пробил. Об этом я и говорил. То есть мы сразу блокируем, но теперь мороза нет. Это плохо. Щиты. 5. Да, остается только 6. 2-2. Не вдарит вообще ничем. Кайф. Мороз ушел. А что будет, если ее улучшить, мне интересно? Ударил. Первый раз вдарил он мне. Прощайся с жизнью, обморок. Блок всем кубикам врага. А, это если один выпал. Если у врага в блок этому кубику, это только если один выпадет. А тут всем, причем можно два раза. Причем можно разные. 2, 4.
Но это-то не надо. О, а это было бы классно. 10 урона, ожог двум кубикам. И двоечку сюда можно. Но опять же, не всегда же я буду сюда единичку закидывать. Ожог двум кубикам — это вообще кайф. Как оно хорошо улучшается-то, о. Да давайте вот это, я думаю, это прям вот отлично мне поможет. Это тоже, конечно, не, вот, ладно, все, быстрее убил, быстрее закончил. Тут вот еще магаз вообще-то. Не нужно. Лютоволк, ты любишь травить душу. И удваивать все это дело, да? Пойдем. Порча, дубли нужны. Максимум 3. 1, 2, 3. Но мы ему будем блокировать единички. Потому что бить будем единичками. А, тут 1 и 2. И нахера я это сделал? Вот это косяк. Офигеть, я накосячил. Она теперь вообще мне бесполезна практически. Это тяжеловато вдарить. Но единички надо продолжать блокировать. Ну, она вон пропала. И это пропало. Щитов нету. Единичка заблокирована. Только двойкой ударил. По щиту. Это хорошо работает система. Мне нравится. Не надо ничего менять. Блин, броню забрал. Зачем? Сейчас этот побьет меня, если вдруг он меня побьет. Можно будет и вылечиться. Стойкость к огню. Хорошо. Огнем не бьем. 12. Минимум 4. 4, 5, 6. То есть надо ему. Ну и можно 4 ему блокировать. 5-6 мне надо. Мороз, там единичка будет. Ему одни четверки, что ли, пришли? Ха. А чё не заморозилась? Какая-то другая заморозилась. Снова так же. Один. Это что здесь было? Заморозить там было. Ну давай. Правда, у тебя стойкость всего пол урона нанесется. Ага, хорошо. Нет, ты не должен был пропадать так. Четверок нет, но есть шестерка, пятерка и там огонь, который ему пофиг. Все-таки сядь, делает он меня, да? Тварь. Давно не было у меня ульты, так сказать. Я тебя убил. Ну а вот теперь можно и похавать. Яблочки. Яблочко.
Тут же ничего не надо было. Вот и деньги никуда не потратил. Тут ничего не надо было. Бумажный рыцарь. Готовься пасть. Слабость к огню теперь. Хорошо. И у меня есть предел терпения, который я, возможно, ставлю на главного босса. Блок одному кубику. Нечет. 9 урона, минус 2 за каждое использование. Вначале это будет больно. Ну пофиг, я же после тебя вылечусь. Ну покоцаешь ты, мальца. Ну ничего ж страшного в этом нет, а? Единички блокируем. А, погодите, слабость к огню. Мне надо было единичками его бить. Не-не-не, делаем. Делаем однозначно. Потому что сейчас будет... У него, во-первых, слабость. Во-вторых, он очень много бьет. Он мне сейчас уже его обратно наберет, этот. Не пропадай. Хорошо. Ну, изи. Я его почти убил уже. Четверки. Чет. 9 урона. О, об этом я и говорил. Половину набрал. Что он еще раз дарит, еще наберет. А я его сейчас убить уже могу. Я его и убью, что я буду затягивать? Или пусть бьет. Не, пусть бьет, наверное. На, вот тебе морозик. На тебе вот так. Правда, щитов у меня вообще нет. Во, набрал. Все, теперь можно с ним заканчивать. А, блок двум кубикам. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Конечно же, наковальню. На этом ходу все оснащение многоразовое. Чар прерывания. Раз стой накосячил, можно было бы ее обратно сделать, но нельзя уже. Роберт против Беатрис. Что-то мне в последнее время одна эта Беатрис попадается. А, не, в прошлый раз Одри была. Но все равно, Беатрис чаще всех, как будто. Ага, еще один кубик. Прекрасно. Ты кто из них? Стой, не говори. Я и запоминать не стану. Спросила просто из вежливости. Какие кубики ты любишь? Ты любишь все. И четные любишь, да? Но ей надо блокировать какие-то большие. Увернуться от следующей атаки. Либо 2-4. 2-4 мне все равно некуда. Но сначала надо бить. Бить надо сильно. Сначала надо вот так делать. 1-3. Вот не нужно. Щиты есть. Теперь надо 2. Пропал урон. Теперь давай 4. Заблокируем эти 4. 2 уже не заблокируешь. Можно 6 заблокировать. Так, надо сначала вдарить. Вдарить, вдарили. Можно тогда заблокировать 1. Единичка точно там будет. Или 3. Вообще 6 заблокировать. В идеале. Но это мне бить придется 3. 3, блокируй. Ну, 6. Но там единичка. Троечка, вон одна пришла, и она как назло горит. Уклонение собака себе все-таки сделала, да? Надо чем-то вдарить, таким безобидным. Ну вот придется вот таким. 1-2 нужно, да? Да она сейчас пропадет, пока я 2 кубика буду выкидывать. Броню у меня забрали. Получилось. Давай, 6. Блокируем, есть шестерки. Хорошо. О, там одни шестерки, да? Ну, либо, что я там еще, 4 заблокировал.
В общем, ей особо-то бить нечем. Но она, падла, мне шок сделала на снежочек на наш. Так. Давай снова 6, наверное, в блок. Ой, снежочек улетел. 6 в блок. 4 не в блок уже. А, и пропала броня. Ну, ничего страшного, я вдарю. Так. И так. Да, ей хана уже. О, вообще ни одного блока. Сейчас она отыграется. И увернуться. Не. А, там чёт нужен. Так у тебя, мать, один хп остался. Блин, я так и думал, что она собака эту сделает. На. Я переиграл всю вашу грёбаную систему. Поняла ты, мразь? Должно быть, гордишься тем, как лихо справляешься в этих боях. Конечно, так держать. Давай уже повернем колесо еще раз. Ах, как грустно. Снова проигрыш. Да что ты. Испытание. Ты выбираешь, ты проиграешь. Пройти эпизод. Это прям эпизод был испытанием. Причина входа. Поговаривали, что тут классные лазеры, но обманули. Идиоты. Ладно, ребят, продолжим проходить игру в следующей серии. Ну а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока. Пока.